Так, всем привет. Записываю лигу с снайпом. Играют Матрикс и Нисаба. Он же FuDoMiNe. Вторая игра. Первую выиграл вроде бы Матрикс. Не знаю на какой волне. Но уже неплохо. Скорее всего, на 30 плюс где-то. Ну да. Так, Нисаба ставит. Нисаба сходу ролл делает. Но он отвод, да, реролл. Отвод заебись. Банша. Конь за 200. Похоже, с пиком не все гладко у него. Так, Витя, что у него? Лорд, деревяха, понятно. Походу 2-0 будет. Что-то у него и с ролла не очень, да? Угу. Походу не сам бы 2-0 сейчас сольёт. Всяко бывает. Чё, бо3 всё-таки. Дистанция маленькая. Да. Две игры, говно выпало, оппоненту заебись там. Либо просто играбельный пик хороший с синергией, либо имба, блять, и все. Главное, не косячить хули. Ну, начнем его под коня, под этого нихуя нету, то беда. Ну, да. Это жестко будет, если ничего нет. Тут конь не так сам по себе дерьмо, нахуй. Так себе он пацан такой, не нравится он мне вообще. Ну мне тоже не нравится. Хотя тролль, блядь, пиздец, боготворил пик, конь и хускар, блядь. Типа, да, давайте мне, говорит, каждую игру такой пик, блядь, идеальный вообще. Угу. Типа каждую волну там на виспа хватает, и пиздец. Ну не знаю, я коней тоже не очень люблю. Странное создание. Так, чё, Нисаба кидает на 2 Урсевича. По стандарту, а Витёк лепит 3-0. Отвод. Нет. Нашку. Ну хуй знает, он со скелетом, кстати, наверное, может и пустит пару штук. Ну да. О, у Нисабы ништяк пик. Эти некры, блядь. Ну. Я, кстати, у Матрикса слишком высоко стоит скелетик. Да нормально чё? 3,5 вроде слот. Или до 4 там квадрат, не? Да хуй знает. Без разницы. Он должен, по идее, сразу прям сагрить сейчас. Конечно. Но. Из-за этого мало будет сларков стакнуто. Ну хотя нормально. Не, нормально. Вышло. Сейчас вопрос. Вообще чётко. Как курса, вот она. Стой. Все пиздец затерла. Все, имба. Изи. А, нет. Может и не изи, хуй знает. Не, все равно изи будет. Ну да, сейчас главное стакать по КД. Я как-то видел, короче, пик. По-моему, Леон играл против меня, не помню. Давно это было, в общем. Он играл райдерами и некрами, потому что у него просто не было ничего в пике. Ну, с рерола, типа. И он еще и выиграл ту игру потом. Ну, добей, брать, е. Четко. Вообще четко. Че, за 40 Т2 поставит какой-нибудь? А, не, отменил. 80, наверное, будет строить что-то. Огр, блядь. О-о-о-о. Не, ну огр так-то заебись под деревяк. 6-я, считай. Уже неплохо. Да нет. Чем тут деревяк? Деревяк хоть что-то, тут у этого вообще ничего нету. У него футман Т3. И тускар Т1. Че, футман заебись? Он уже футман. Ну, футман, да. Ну, блядь, если только, да, конями, футманами играть, так вам, ближними всеми. Угу. Ну блин, да. Спирмены, блядь, тускары, пиздец.
Да, лучше бы он, наверное, футбол поставил. Ну, не знаю. Если у Фудика реально пика нету, одно дерьмо, ему надо, блядь, по фит-страте, наверное, катать. Но в любом случае надо жестить с Ламбьером, иначе ты не вытащишь против имбы. Что-то Ебать, думаю, ну думать. хорошо, но хоть вообще да ваншотит. У меня так вообще стелька, да, блядь. Ну, наконец-то нашлась троха. А, конь не ваншотит третью, да? Ну, не всегда. Ну, а у него частенько только что выдавал. У меня, помню, такая херня была, на третьей пустил, я охерел, сколько я пустил, блядь. С конем, с этим. С ваном, блядь. Я, Я тогда короче, вот его я помню, давно возненавидел. играл против Лагала. Вот у меня пик этот комода. Вот, я их ебанул, короче, две штуки и думаю, о, изи деф 3, типа. А мне хуяк 2 не приходит, приходит на 3 урса. А они, сука, не ваншотят, блядь. Я такой, ебаный в рот, там пиздец пропуск, там хил отдал, блядь. А еще по армору-то они не подходят, такая залупа. Вот я с тех пор запомнил, что комода, блядь, такое дерьмище на третьем. И чё? Чё, футмена ставь? Ну, больше выхода нет. Он даже так, наверное, пропустит, да? Ну, ментов мало. Ну, хуй знает. Ну, да. Наверное. О, у Поймет. Матрикса этот, Мудмен есть. Но. Вообще ништяк под третью-то. Ну, не с собой, он тоже мелочь подкинул чуть-чуть. Но это похуй. Ну да. Тут интереснее, что как сам он дефнет. Мне кажется, пустит типа штучек 8. Может и побольше, конечно. Просто, блядь, по ДПСу какая-то хуйня. Да, да, блять, он ж мелочь убьет тут, все, футбола нет. Сейчас коня загрызут, и все остальное быстро очень пойдет. Тут, наверное, блядь, чтобы больше 10-то будет. Да не, наверное, десятка будет как раз где-нибудь. Одиннадцать, блядь. 11. Пиздец. Вот тут и зерчик. Еще милиция куда-то шлется, шлется, милиция. А Жестко. Матрикс по страпке две деревяхи. Угу. Ну, видишь, нету ничего такого. Ну, там, пирс атаки какой-нибудь, хуй знает. Решил по-надежному. А тут, блядь, Саба, такой... кстати, шестит. Ну, говори. Саба жестит, кстати, там 5-2 делает. Ну это правильно, он Ему деф так и надо, нормальный. блядь. Я бы, наверное, тоже сделал. Хули пика нету, что делать-то? Да Типа... хули, тут пик без засыла все равно дефнется Тут 5-2. проще ему лекать, блядь, каждую волну, но кинга хотя бы апать и хил не отдать. Но он, блядь, шлёт еще зачем-то. Да ничего, хули, а? На 5 у него нормально все, я думаю, будет. Апнул Без этого засыла. тускарчика, апнул второго. Ну и все. Только, блядь, двойного отвода не хватает только. А, Угу. больша, заеби. Ну, больша. Стрелять ему есть чем, танкануть тоже чуть-чуть есть чем. Ну да, пятый более-менее. Ну, из 5-2 заебись. Но И ему, дальше можно дать. мне кажется, все равно 5-2 мало. Ему надо, блядь, 7-2 доделать и всякой хуетой дефать. Да. Как ты и говорил, надо вот после пятой жестить начинать, так, ну, 5-2 и нормально, и сейчас еще чуть-чуть жестануть на 2 виспа. Ну, 6 нельзя пускать, конечно. Да тут похуй, блядь. Да, бля, он 6 вообще никак не дефает, кстати, ему, блядь, на 6-то достроится что-нибудь тоже, хуй пойми, Но короче. он либо может, короче, 6-2 сделать футмена апнуть. Да. Самый вариант, вроде. Либо 7-2 и еще футмена. Но это уже хуйня какая-то. Ну это пропуск. Это явный пропуск. Но он вообще будет ставить еще коней, скорее всего, Ну, ляпать. просто понимаешь, он не дефает ни 7, ни 8, блядь, ни 9 под засылом. Пустил, малек. Блять, он даже... Ну да.
Ну, блядь, я хуй знает, я считаю ему это на руку сейчас. Но только ему надо кингами наапать. Делать виспов еще, блядь. Лекать Ну, каждую да, волну, подожди. наапать кинга и все. Хули, Матрикс. если еще за 50... Подожди, если еще за 50 ничего не придет, да, то ему хули лекать, ему пизда в любом случае, деревяшками закопится и убьет его нахуй где-нибудь. Не, если он хил сохранит, то, блядь, можно еще Ну, брекаться. да, 10 плюс переживет. А там уж поди что-нибудь ему и выпадет. Какая-нибудь имбулька. Ну, на 7 будет засыпать. Матрикс 7-2 себе сделал. Шестой он так вообще хорошо дефнет с мудменом. Третью деревяху воткнет. Ну да, не саба, еще коня воткнул, блядь. Ну хуй знает. Он к седьмой, наверное, еще Ну и сажал. Или апнет, думаешь? что? Да не, вряд ли он апать будет, я думаю. Еще коня надо поставить, а то вот, может. Угу. Наверное, да. Жалко, банч не осталось, нахуй, вот хотя бы. Вот были бы у него вместо этих спирменов, тускаров, акалиты, блядь. Вот там нормально можно Пизда-то было. пуск. Да, неплохой пик был бы. Калит это всегда неплохой пик. Угу. Ха. Ну хуй знает, Витя что-то пока думает. Не засылает. Может на 8 Может, хочет? да. Но, может, на пятую посмотрел и решил 8. Ну, кстати, да. А на 8 тоже заебись зайдет. Там еще стан. А, он же стан спалил. Не саба. На 8. Ой, фу, на 5 волне. Не, кидает, кидает. Ну, ёб твою мать. Ну, он может, блядь, и на 7, и на 8. У него накопится, блядь. Только ферму надо. Он, наверное, решил Ну, слать, что кинга. у него А? это... А я говорю, он, наверное, решил слать, что ему на деревяху. Побоялся, что не хватит. Хотя, блядь, Нахуй. ему хватило бы. Ясен хуй. У него там 100 в запасе чувствовалось вроде. А, он огра ставил, да? Два Да. орка, урса. Мелочь, херми. Ну, хермиту, наверное, Апнул, кстати. накопит. Апнул коня. Ну, блядь, мелочи-то нету, так что, думаю, нормально. Да не, он уже заебёт же. Ну, заебет, но... Считай, была бы мелочь, пиздец был бы побольше. Ну да. Ну вот, он докидывает еще чуть-чуть. Еще два мента ушло. Один орк затерся, как обычно. Это он стакнет, наверное, а не. Он не сагрился, блядь. Ой, думаю, сейчас пиздец будет. Да Хилов. все, я хуй знает, он орка не стакнул-то. Ну, А не, одного он убил первого. орка. Но тут все равно пропуск, пиздец. Бля, коник-то нормально режет с двух тычек, нахуй. Отводик бы сильнее бы. Ну, они девятый, нормально, восьмой, в принципе, тоже. Но если без засылок. Ну, в плане Ну, они двух очень плохо ударов. слышат. 12-й Я тоже его апнул. хорошо. Апнул, он восьмой не ваншотит, пёс тут. ХП-то много, но, блядь, он хил все равно отдает. Потому что стан это такое дерьмо в начале. Да. Я сейчас стан вообще Надеюсь, что... ненавижу. Лучше, блядь, волну дайте. Или горелку. Но Да стан... не, он, кстати, оставляет вроде, не? Чего? Не-не-не. Блин, Уйдет у него хил. Скорее всего. он еще просто как-то хуй знает. Уходит, уходит. Не... Да. Ёенька. Прокляли не сабу, видно, нахуй, в конфе. Столько сегодня писал Паша, Паша просто добавили в конфу. Не в курсе, что там происходило. Видел? Да я не читаю Там там. же дохуя сообщений было. Ну, блядь.
Вот там или что там? Там Паша как начал. Сать. Турок. Так, а чё этот Витёк засылает? Фермы нету. Угу. И ламбер он не делает. А, вот ферму сделал. Ну, кстати, опасненько он засылает. Надеюсь, ему потом, блядь, резко приходит. Да, ему надо ламбер еще точить. Ну, смотри, он сейчас если, блядь, дефнет охуенно. Надеюсь, закинет деревяшку, мелочи кучу, да и заебок. Ну, так-то да. Ну, у него тут вариантов нету, должен на 10 слать. Че, я пока по телефону поговорю. Ну, так что. Так. Через два коня дефает восьмой. Вот мне даже интересно, как он дефнет. Кони даже почти ваншотают, блядь. Под капитанами, наверное, ваншотать будут. Так, сделал, заказал он себе шестого виспа. Так, ну тут деф, понятно. Подапывает он кинга. Три атаки только почему-то не хочет делать. А, потому что еще одного виспа заказал. Отменил. Отменил, заново заказал, да. Видимо, не хочет лишние хп тратить. Типа там на девятую вдруг придет. Ну, не знаю, мне кажется, он останется 7-3. Ну, сделать сейчас 7-3 и будет так сидеть на 10-й волне. Ты? Сколько там пустил? 16. Ну, меня бомбит от коней, нахуй. Хоть бы восьмую ваншотили, суки. Ну, они, походу, под капитанами будут ваншотить. Ну да, под капами, да. Считай, блядь. Да, блядь, выгоднее не сажей ставить. Получается. Ясен. Не саж, ты 300, нахуй. А тут в это говно 220 вливаешь. Ой, 420. Смотри, Матрикс кидает еще на 9, а кинга у него нет. А у него химик еще есть. Он химик апнет и нормально. Ну, блядь, мелочь с арчами-то ебет. Ну, так-то да. И, но, блядь... Че, я думаю, вот Мисаба, ему надо оставаться 7-3 и засылать хули. Да. Хули делать. Надо только дефать девятую же заебасно. Урсу стакать нахуй давай. Но он не дефнет, кстати, 9. Урсу? Чё он не стакает Урсу? А, вот, стакнул. А. Не, она это сама пошла. Ща её футмен закручит. Ща её поебалу дадут, ну. Да, ему хотя бы какой-нибудь айстреля под этот пик сраный, да? Угу. Блять, вообще обделили, конечно, даже жалко его, блять. Ну, кони тут неплохие, из двух тычек, крепкие. Хуйня, с МХ можно на любом пике затащить, блять. Ты думаешь, что он МХ? Да не, я шучу. Ты шутишь? Тут, блядь, все думают, что он МХ, блядь, ты ну, у меня шутишь. Нет уверенности просто. Я не могу судить. Да, вот туда просто нереально спалить. МХ или нет. Так, кидает Дина, ментов. Он, кстати, заметил, он часто Дина кидает. Ну это с этих, блядь, с замесов пошло. Там на 10-й дохера динозавров накидаешь. Блять, все стопится из-за них, потому что они жирные. Да, они, кстати, ничего заходят так нахуй. Всегда. Но сейчас херово зайдут, то, что мало леса у него. Смотри, 7-4 сделал. Да. Что-то он хочет. Наверное, не крапнет. Только ему надо не вауру апать, потому что, блять, хуй знает.
Медленно больно бить будет. Или коня еще поставить, хуй знает. Коня, наверное, лучше. Ой, нихуя в ауру апнул. От воды, блядь. Нахуй переводить Вейля, думает, в эту хуйню. Ну, а там он под некром ваншотит 12-ю, начнут кони. Может, да, кстати. Ну, а кони там и так с двух ударов убивают. Вроде бы, но. Ну, а что с одного? Нихуя. Не сменит, что капитан? Четыре деревяхи и алхимик, блядь, у Матрикса. Нихуя, Соня вышла. Бля, так у него отвода нету. Ну, он АГшку поставил и все. А, что, он дикий какой-то? Два Дина. У него, кстати, арчи. Ну, кстати, хватало на отвод, если я его продать. Да, решил похуй. Но тут босс нормально вышел. Мне кажется, ок, деф. Мелочь только не стакать, все. Сейчас посмотрим, что тут будет. Сейчас алхимик убежит крошить все. За арчей побежал. Нет, нет. Огр там еще башит, блядь. Блядь, что-то химик это очень долго живой, нахуй. Угу. Так он дефнет, чё, блядь, ой. В ноль. Да. Не, Витька просто так не возьмёт. Угу. На деревяхах ещё, блядь. Тем более не возьмёшь. Так, Нисаба на арену еще подкидывает. Хуй знает. Сейчас опять, блядь, придумают какую-нибудь страту копить, блядь, в деревяшек. Сука, с 10-го, блядь, на 17-й. С передефом, блядь, в 500 value. И голым кингом. Матрикс? Нет, Нисаба. Ну это он на гибриде мутил, на лиге на гибриде. Там вообще такая, блядь, хуй знает, стратегия просто супер мутная, блядь. Очень рискованная. Конники все дальше строятся. Еще нет. Еще нет. А чё он... А, он типа, как сказать... Хочет арену забрать обязательно. Только он... Блядь, он просядет, пиздец. По... Ну это логично, но ему надо все равно. По Ламберу он так просядет, блядь, что и... еще и против Дивяши. Да он, кстати, как кимку накидали они. Угу. Лещей, нахуй. Клыньки. Может и строить тут ничего не надо было. Ну походу, блядь. Походу не надо было. Ну никр точно лишний. Угу. По фокусу они вообще легко забрали химика. И т.д. Че, 7-5 хоть хватило? Не? Не-не-не. Поздно все сделает. 7-7. Ну, короче, на 2 ламбера преимущество. Угу. 7-6 и 7-7. Ну как, блять? Преимущество-то большое, блядь. На хил преимущество и на имбу преимущество. Да. Сейчас фантомов словит каких-нибудь. Ну, блядь, это идеально было бы, наверное, под коней-то. Да. Смотри-ка, блядь, засылает. Угу. Ну, он, наверное, мелочь только. Оба засылают. Ну, так. Не сама начала лапаться сразу. Ну, Витьку-то, блядь, понятно, что надо, как сказать. То есть любой размен ему выгоден, потому что у него хил есть. Вот, а не сабу-то хуй знает. А смысл, блядь, вот от мелочи там value так дохуя, что он дефнет это все. Там, если ты телеги не кидаешь в деревях, то смысла вообще кидать. Да.
Да еще под химиком, блядь. Ну, тупо на инком, так не знаю, по-моему, проще кингапать. Да, если он сейчас не перестанет кидать, так он еще и проебет на 12-й. Может, он на коней надеется? И то, что некр всех зальет. Так, что у Ну, него? атаки-то ему хватит с этим, с некром, да. 5,50 на 3 тычки. Что у него? 400 голды. Что-то Ну, надо. да, вот. Что-то еще коня, И еще блядь. ровный какой. И апнет коня. А, кстати, Ходит. он заебись дефнет. Да, должен заебись, да. Только вот 13-я проблемки. Вообще пиздец там будет. Ну, 13-й. Это не химики, блядь, а кони, блядь, ебаные. Сука, да. 13 там люто будет. Ну, там, наверное, Витёк не будет слать. Ломбер, наверное, заточит. По стандарту Не пойдет. думаю. Ну, хуй знает, посмотрим. Так, что там, Коля? Пока. Крепкие? Пока Да я заебись. от фок по фокусу эхо еще жестче затерся. Кони махают своими БФами, блядь. Ну, 12-е они неплохи. Спору нет. Че, нормально он Вот зачем бухнул? кидать было нахуй? Не, в принципе, инком-то ему надо откуда-то получать, блядь, хоть сколько-то. Ну да. Блядь, а что это за 9 атаки, нахуй? А, на 2000 делай. Наверное. Больше Не надо. хватит, нахуй. Вот сотка, наверное, да? Нет. Ну там. Ну, некоторых. Ага, по-разному. Вон ту нахуй тоже на 2 хватит. Вот эту, да. Не, ну так-то более-менее у него сейчас ситуация. Ну да, выпутывается по малеху. Пустил не тридцатку нихуя. Как бы кинг сейчас есть. Разница в инкоме сейчас не такая большая. В Паламберу можно выпутаться. Сейчас, наверное, закажет Ламберта. Но ему ролить надо, Бля. блядь. Или у него Т6 какой-то заебись, танки какие-нибудь. Бара, блядь. Бар. Ну, одного, наверное, оставит и рольнет. Рольнул. Угу. Я уж понял. Ну чё, продал танки. Капитаны. Того. Где они А раньше-то если он были? был... Но, мог перед 12-й мог тоже пишет дефнуть. Вместо одного коня не апнутого, заебись бы зашли два кэпа. Ух, блин. Ну, не хватало там. У Витька такая шоколадная ситуация, это вообще пиздец. Я он без отвода 12 уже спустит нахуй, сейчас 2500. Ну, блять, у него вэлью то почти норма. Должен дефать под капиками. Да. Да как Ну. кидает на 14-го. Ну, понятно, стандарт. Ламбер точит. Ну, он, короче, тупо мелочи себе будет инком набивать. И кингапать попутно, скорее всего. Бля, она не сказал, что стандарт в химика с деревяхами кидать. Кто знает. Как по мне, да химик по деревяхам вообще жестко дефает, и 12-14. Ну, Ну, рейндж идеальный, я да. имел в виду, что в принципе в деревях на 14 обычно там Ну, это инкомят. да. Больше Вообще некуда. просто. Просто один химик нахуй порвет эту 14-ю. С отводом, конечно. Да чё тут ни варлок и ни кат там в 0 деф. Так, ни Ну, саба он так и нахуй. комбу лыхает. Ни саба Как может. 7-7. А там уже, блядь, 7-1. Да, блядь, Витёк реально может себе тупо 7-15 сделать и все. Да хули там хила нету. Надо пробивать же тоже.
Ну да, то есть более выгодно на деревяхах накопить куда-то, тем более видно, что по пику хуйня полная. Да. 17, хули, куда еще тут кидать? 16, 17. Да к 17 уж проще. Ну нихуя не слабо, 7-8. Решил пожестить, только поздно. Да, химик выбежал все-таки. Химик у него, конечно. Ну что там, не деф, что ли? А, ну да, блядь, пустит чуть-чуть. Хуйня. Бля, ну это знает кому уже теперь на руку, блядь. Понятно, что Витьку. Ну, блядь. Нахуй я кидал только. Хуй знает. На инком чё. Да, на инком, нахуй, на целую кряку больше зайдет, блядь, из-за этого. Из-за шести ебаных тускаров. Ну, 7-8 нормально кингапать, кстати говоря. Да, все нормально. Ну, но, если... блядь, 7-12 тоже неплохо копить. О, не сажа, блядь. Ну, если, ну, ох ты, короче, блядь. если Матрикс 2 демона ебанет, то там, блядь, ничего не поможет. Матрикс рерол. А он не сможет два демона, хули, у него уже две обнутых деревяшки, да. Три еще две, три не. Угу. Не, Поэтому. ну, может и не 17 кинет, хуй знает. Может 19 Ну. Да. Бля, не Саги-то. У него все ближние под капитанами, под Некром, он так-то порвет пиздато 17-ю. какой-нибудь. Да, думаю, да. Ты и Вэлью есть, да вообще заебись порвет. Сейчас я отойду, блядь, нет. Ну да, видимо, он уставляет, если засыл на 16, апать хп. Ну и в принципе такая раскачка стандартная, 20 атаки и потом там фул хп, допустим. Ну да, начал хп вливать. 20 атаки сделал, пешку на теперь. Ну. Еще 2400 есть. Ну 3К засыл, короче. Чуть больше даже. Блинпома не сильно обгоняет. Ну так, что делать-то? О, смотри, телек наставил. Кстати, заебись, блядь. Хаос атакой. Нормально должен дефать. Да. Не, может даже переживет 17. На 17 тот точно должен переживать. Вы чё, пацаны, уже проиграет на 17. Не думаю. Думаешь, проиграет? Все, чтоб 19 как кусит, и все. Хуй знает, ауры Ну, есть. хуй. Не Да, ауры есть. Все ближние и раньше хорошие у них. Ну. И что? Демон, если нормально зайдет, то разнесет все и все. Ну так. Сейчас увидим, что. Что гадать-то. А что он там? А, дефнуть хоть. Теоретически должен, блядь, дефнуть. Данька, ты пробежал один. Засланный агент. Матрикс А, их тоже еще один. пускает. Боже, что творит, да? А, бля, и тут 8 штук. Но Матрикс, Ну это. кстати, может два демона успеть скопить. Так-то. 7-12. Кстати, да. Хули ему тут 700 леса копить. Не, кряк вот эти. Слабенький. Ну, один хуй большой зашел.
Жуткий пик, конечно. Но дефать можно. Сейчас еще варлока какого-нибудь, вот и все. Сейчас заебок. Почти 4К засыл. Даже больше. Да, блядь. Походу, дублит. Да. Тоже. Не, было бы там демон, две кряки, допустим, варлок. Там еще, да. Блядь, тут много. Пиздарики, походу. Да, пиздарим. Вообще нахуй 20 с хуем пустил. Че урсы живые нахуй? Тут надо, блять, фул кинга, чтоб дефнуть. Да не, с фулом дефнул бы, думаешь? Да. Ну, фул рега там, вообще чтоб полный был. Да он не дефнул бы, потому что у него эта мана закончилась бы, и все, и стана не было. Не, не дефнул бы с фул кингом. Ну не хватило. Три кляки убивают или он? И демон. На 17-й. Ну да, ГГ тут. Ну там реги-то прилично, блядь. Немножко, в принципе, не хватило там. Да, вот 19 пустить надо было, как сказал. А не 23, как раз бы дефнул. Да. Жестко, короче, пик не зашел.